Приветствую вас, Марина. Я думаю, что вопросы, которые вы задаете, мягко говоря, ну, не для психологов, мягко говоря, не для нас, а для, не знаю, для дружеской беседы, для общения с подругами, вот, да, с знакомыми, вот, но я боюсь никак не для специалистов в области психологии, потому что вы предлагаете нам, по сути, погадать, вот, вы предлагаете, по сути, нам как бы поговорить о мужчине, да, вот, о его, так сказать, мотивации действовать вот так, как он действует, да, то есть вот, ну, вы хотите, чтобы мы сказали вам, почему он действует так, и испортили ли вы отношения, собственно, вот, своим, ну, своим поступком, да, или нет. Вот. Я думаю, что вопрос поставлен крайне некорректно. Потому что ряд моментов, которые вы не видите сейчас в своей проблеме, не позволяют вам как раз таки естественным образом двигаться ну, вот в этом направлении, то есть вот в том направлении, в каком вам, ну, может быть, хотелось бы двигаться. Итак, первое, что обязательно нужно здесь сказать, это самооценка. То есть явно у вас здесь есть трудности с самооценкой. Потому что поведение мужчины, вы воспринимаете интерпретируете как то, что с вами, именно с вами, что-то не так. То есть вы, ну, по сути, вы, так полагаю, получается, готовы к тому, чтобы начать в себе сомневаться. Я полагаю, что вы готовы к тому, чтобы точнее, даже не готовы, а вы уже думаете, что с вами что-то не так. Это первое. Второе. Мужчина вам для чего-то нужен. То есть ваша симпатия к нему, естественно, связана с потребностью вашей в нем мужчины. С учетом, скажем так, с учетом того, что вы, может быть, не совсем имеете устойчивое представление о себе самой, взаим
взаимодействия с мужчиной для вас имеет еще и значение такое, чтобы доказать себе, а может быть и кому-то еще, кто может быть сомневается, что вы достойны, что вы не хуже кого-то, вот, что вы такая же, что вы достойны любви, ну и прочее. Вот. Короче говоря, мужчина здесь вами может использоваться для того, чтобы поправить самооценку, чтобы поправить, может быть, свое восприятие себя, чтобы, ну, лучше о себе думать, вот. А это, конечно, крайне нежелательно может сказаться на ваших отношениях, но что важнее, не только на ваших отношениях, но и вообще на вашем отношении с мужчинами, если у вас был неудачный опыт, а я полагаю, что он был этот неудачный опыт, то это вот, скорее всего, причина заключается, ну, причина в этом. Итак, мужчина не идет на сближение со мной, что во мне не так? Первое, для чего вам сближение? Второе, по какой причине вы в себе сомневаетесь, да? Вот, то есть вот, ну, что мотивирует вас сомневаться в себе? Скорее всего, я не думаю, что вы будете спорить, да, но, скорее всего, вы, скорее всего, в себе сомневались еще, ну, до того, как эта вся история началась. Вот, я имею в виду с мужчиной, как раз таки. Вот, поэтому идея здесь как раз в том, чтобы поисследовать себя, поисследовать свою реакцию, поисследовать свои, ну, переживания, вот, и посмотреть на то, собственно говоря, в чем лично моя проблема, почему я допускаю, значит, то, что со мной может быть что-то не так. Почему я это допускаю? Такую мысль, как вот, собственно, такая мысль закрадывается мне в голову. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Дальше. Мне понравился мужчина на работе, я ему тоже. Ну, вот смотрите, в чем ошибка? В том, что вы говорите за двоих людей. То есть вы не можете знать наверняка, понравились ли вы ему или нет. Вы можете знать наверняка, что он понравился вам. Это да. Вы можете знать наверняка то, что он, мужчина, то бишь, вам понравился. Но вы не можете знать
наверняка понравились ли вы ему. Потому что это, простите, уже реальность другого человека. То есть это уже не ваша реальность. Вот. И когда вы говорите за, вот, по сути, двоих, вот, начинается нарушение личных границ, как раз таки, вот. И это, ну вот, собственно говоря, нарушение личных границ является основной проблемой, ну, одной из проблем вашей, вашей ситуации, вот, в целом. Дальше. По крайней мере, были взгляды, он постоянно крутился рядом со мной, старался находиться ближе, слушал мои разговоры с коллегами и как бы меня изучал. Ну, понимаете, я вам скажу, может быть, немного странную вещь. Прошу отнестись к ней, к этой вещи, с пониманием, но интерес мужчин, вот именно интерес мужчин, именно интерес, повторюсь. И, к примеру, любопытство человека, просто любопытство, вещи разные. Хотя вы можете, например, думать по-другому, и если вам, например, хочется, чтобы, ну, хочется быть, допустим, в отношениях, если вам хочется быть в отношениях, то вы можете, конечно, интерпретировать ну, действия вот мужчины, опять же, как проявление к вам именно симпатии мужской, да, но, на мой взгляд, как бы это просто любопытство могло быть, которое вы интерпретировала, как вот, собственно говоря, проявление к вам, уже, лично, ну, так сказать, симпатии именно гендерной, вот. Ну, вещи это разные все-таки. Поэтому тут такой момент. Никаких шагов к общению и сближению не делал. Ну, может быть, опять же, просто проявил любопытство. Через какое-то время я решила взять инициативу в свои руки, потому что не знала, как показать ему, что мне нравится. И подумала, что, может быть, он не вернул себе и стесняется. Ну, здесь, конечно, есть какой-то у вас отсутствие, на мой взгляд, конечно, навыков общения с мужчинами, вот. Что связано, я полагаю, с тем, что
чересчур сильно вы нуждаетесь в нем, в мужчине. И, соответственно, это та причина, по которой вы ведете себя не совсем естественно, да, там, боитесь и нервничаете. Есть, конечно, вот такое ощущение, да, что вы нервничаете. Но я думаю, честно говоря, что общение, тем более на начальных этапах, оно выстраивается все-таки немножечко на других основаниях. Вот. Общение все-таки выстраивается, взаимодействие даже, не общение, а взаимодействие выстраивается на общение. А общение выстраивается на тему, на темы, интересные для вас обоих. И, соответственно, если у вас нет тем, подходящих тем, если у вас нет смежных тем, общих интересов, у меня есть большие сомнения относительно того, насколько много между вами общего, кроме работы, то, конечно же, возникают проблемы. Вот, конечно же, возникают трудности, что в целом вполне себе нормально. Вот, вы же что делаете? Вы, во-первых, берете инициативу в свои руки. А почему вы берете инициативу в свои руки? То есть, для чего вам это нужно? Это первый вопрос. Для чего вам это нужно? Вот. То есть я это делаю, чтобы что? Я же это делаю, например, для того, чтобы там, допустим, чтобы мужчина был, к примеру, счастлив, допустим. Или я это делаю для другой, какой-то, цель, например. Вот. А если для другой цели, то важно понимать, для какой цели. Вот. Здесь вы делаете это по моим ощущениям. Вы это делаете больше для себя, а нежели чем для мужчин. Вот, и инициативу вы берете на себя тоже по этой же самой причине, потому что вам нужно. Но вопрос немножко в другом, в том, что для вас это не совсем естественно, вы чувствуете себя натужно в этой роли, в роли инициатора общения, и неестественно. Опять же, слишком много, на мой взгляд, затрат энергию у вас тратится на это. Вот. Дальше. Следующий момент. Подарок? Любой подарок. Это обязательство. То есть вы по сути, вы обязали мужчину
у которого еще с вами, ну, нет отношений, да, не было отношений. Вот. Вы обязали мужчину, показали ему, что, ну, что возможно, он вам уже что-то должен. А это вполне, вполне могло ему не понравиться. Вот. То, что он вам что-то должен. И это его, соответственно, оттолкнуло от вас. Также излишняя серьезность многих мужчин тоже отталкивает. Излишняя серьезность именно. Вот. Потому что мужчина может, хочет там просто, ну, просто пообщаться, да, просто там узнать друг друга, например, а вы уже там переводите отношения в более серьезный плоскость, потому что, опять же, подарки для человека, ну, для разных людей, подарки значат довольно разно, то есть кто что вкладывает в них, вот, в подарки. Вот, понимаете, да? Поэтому тут вот такой момент. Это скорее свидетельствует о том, вот то, что вы нам сделали подарок этот, свидетельствует о том, что больше точек соприкосновения между вами особо не было. Вот, как бы, ну, вот в чем трудность, скорее всего. Потому что были бы точки соприкосновения, но вряд ли бы подарок был бы единственным способом проявить инициативу. Вот. Дальше, значит, вы подарили подарочек и надеюсь, что нажмет сообщение и последующие шаги от него. Ну вот, то есть, по сути, это как бы выгодно. То есть я подарил подарок с там с определенной целью, да? То есть я подарила подарок на самом деле не потому, что я там просто хотела подарок подарить, к примеру. Вот, чтобы что-то получить. Ну, вот в этом и заключается трудность. Вот. В этом сложность, что подарок подарок был сделан неискренне, скажем. Так, вот, такая вот история. Дальше идем, дальше. Так, значит, он был удивлен, благодарил меня, улыбался, ну да, потому что не ожидал, что вы подарите ему подарок в ответ на его, в общем-то, ни к чему не обязывающее поведение. Вот. Ну и подарок — это, в принципе, всегда приятно, как вы понимаете. Вот. Дальше. Дальше вы пишете, что дальнейших шагов снова не последовало. А с чего бы им последовало? Вы говорите так, как будто, ну, как будто
отношения, и в данном случае, это вот, обязательство. Но это же не так. Мы стали здороваться, улыбаться, перекидываться нейтральными фразами, но на свидание по-прежнему не зовет, никак не проявляет. Но опять же, смотрите, а с чего он должен-то это делать? Вот. То есть, откуда вы взяли, что мужчина это должен делать после того, как вы подарили ему подарок? То есть, есть ощущение, что вы, сами спроецировали то, что хотели на мужчину. Вот. Сами повели себя так, как будто это правда, и сами же теперь фрустрируете из-за того, что не получилось так, как вы хотели. То есть это вот, по сути, изолированность определенная, да, психологическая от реального мира. Более того, стал меньше пылять на работе, а когда приезжает, около меня не крутится, кроме приветствия, никак не общается. Ну, возможно, чувствует, что должен вам что-то. Мне вообще показалось, что когда я лезу к нему с сообщением, все значит слезу, спрашиваю, он отвечает как бы интервью, дает на отвали, мной же совершенно не интересуется. Но опять же, здесь есть ощущение, что вы пытаетесь решить собственные проблемы. Проблемы там, допустим, самооценки, пытаются решить собственные проблемы, ну вот, восприятие себя, как бы, такая вот, собственно, ну, трудность в этом заключается. Понимаете? То есть, и когда вы пишете, что мной совершенно не интересуется, это вы хотите быть интересны, вы не чувствуете себя интересны. В чем и проблема. Для этого вам нужен мужчина, чтобы почувствовать себя интересным. Но изначально обесценивание идет у вас изнутри. Как будто я ему навязываюсь. Вот опять же, да, навязываю, что это, что такое навязывание? Это когда человек общается с другим человеком, делает что-то для этого человека в расчете на то, что от него он что-то получит. Вот в чем трудность, как бы, здесь возникает. Да? Вот. Но если человек, например, допустим, взаимодействует с другим человеком не для того, чтобы что-то получить, а потому что искренне хочет что-то подарить, ну вот, грубо говоря, да, там, ну, партнеру своему, то ни о каком навязывании, в принципе, речи не идет. То есть вот я хочу, чтобы вы, подумали об этом, в первую очередь, о том, как вы приходите к этому ощущению, вот, к ощущению того, что навязываетесь именно. Дальше. Общается как с фанаткой. Ну, может быть, так он вас и видит, и так вы себя ведете.
ему приятно, но я не чувствую, что я ему нужна как девушка. А с чего вы должны ему быть нужны как девушка, Марина? Откуда, откуда у него появилась бы потребность у вас как девушка? Если у вас есть потребность в нем как мужчине, это не значит, что у него есть такая же потребность. И ваша потребность, она продиктована вашими же конфликтами. У него таких конфликтов может не быть. А неужели я все испортила свои инициативы? Нет, не испортила. Не испортила. Если бы у мужчины была симпатия к вам изначально, он бы проявлял ее. Может быть, он хочет, чтобы я вообще все сделала, а он ничего делать не хочет. Но это вы больше прогадать, ведь симпатия действительно была интересна, почему же он элементарно не позвал на свидание. Опять же, Марина, вы здесь говорите за него, а не за себя, то есть вы не знаете, как мужчина проявляет симпатию, да? Вы не знаете, что он чувствует, это вы так думаете, что у него она была. А на самом деле все может быть по-другому было. Вот. Я думаю, что нужно разобраться вам в себе. Вот, в своих собственных конфликтах. Разобраться в себе, лучше себя понимать, более естественнее себя вести. Вот. И партнеров по возможности все-таки искать, точнее не искать, а встречаться с разными людьми, не на работе, не там, где есть коммерческий интерес. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.